Добрый вечер всем. Я, к сожалению, не могу похвастаться тем, что у меня все в порядке. Так вышло, что сегодняшний день рождения я встречаю в номере со своим приятелем, с которым я познакомился. Ему раздробило кость полностью на руке. Фактически все плечо раздробил. И полдня мы были в окружении. Сегодня и вчера весь день. И меня, конечно, по сути, многие вещи шокировали. Вы знаете, вот я написал у себя, то, что занята областная Луганская больница, да? Вы помните прекрасный репортаж оттуда, я вам показывал, что там 90% мирных жителей. И меня поражает украинские СМИ, украинские какие-то порталы интернетовские перепечатали и написали: Алексей — активный участник ЛНР и прочее. Во-первых, я не участник ЛНР, я, как и все мы, помогаем людям Донбасса. Если кто не в курсе, то мы помогаем мирным жителям. И нас мало интересует война. Ни ЛНР, ни ДНР, ни правый сектор, ни Нацгвардия нас не интересует абсолютно. Нас интересуют мирные жители. Именно те люди, которые гибнут по вине войны, меня единственное, что поражает, вот знаете, украинские СМИ написали об этом, и в комментариях я вижу, что украинцы ликуют. Как замечательно. Разбомбили больницу, расстреляли больных. Красота. Чем больше мирных жителей, тем больше ликований, правильно? А вот мне почему-то не весело. Я видел этот правый сектор сегодня. Румыны, венгры, шведы и мальчики, которые наигрались в Counter-Strike и пошли воевать. Против шахтеров, против каменщиков. Вот я сегодня знакомился с пацанами. Неважно, служили они в армии, не служили. Важно то, что многие сегодня погибли. И сколько мирных жителей сегодня погибло, это просто пиздец. Потому что Новосветловку просто стерли с лица земли. Сегодня погибло очень много людей. И мирных граждан, и ополченцев, и из правого сектора, из Айдар. Но веселого здесь я ничего не вижу. Погибли наши братья. И не важно, с какой они стороны. Абсолютно. Важно, что они погибли. И тот, кто ликует сейчас на костях ополченцев, или русских, или шведов, венгров, румынов или украинцев, я вас, ребята, не понимаю. Я не понимаю, над чем можно смеяться, ликовать и радоваться. Я понимаю, если бы какие-то воинствующие страны, которые испокон веков воевали. А когда мой брат на брата, когда
Мне ребята рассказывают, что они служили в одном взводе, а теперь по разные стороны воюют. Это весело? Ничуть не весело.